Центральный парк Выборга приводят в порядок. Во избежание паводка специалисты комбината благоустройства приступили к очистке водоотводных лотков. Работы начались раньше обычного срока. Снега в этом году выпало гораздо больше нормы. Чтобы дорожки парка не затопило, рабочие пробивают лед, чистят лотки от накопившегося песка и мусора. В связи с наступлением весны, в ожидании потепления, проводятся мероприятия по очистке водоотливных лотков. Для избежания, чтобы не было затопления дорожек парковой зоны. Поэтому очищаем, убираем. На каждом проходе, входе в парк. Около, наверное, штук 12. Мы их каждый год чистим, убираем от грязи, мусора и прочего засорения. Помимо чистки лотков, спецтехника разбивает ледяные валы. Снег вывозят за пределы Выборга. Комбинат благоустройства обслуживает парковые зоны города. Аналогичные работы проводятся на набережной 40-летия ВЛКСМ, в саду скульптур, на площади Выборгских полков.